отнял. Не будь сейчас у меня головы, было бы легче. Тогда бы забивать ее просто было бы нечем. Мне бы подальше от соблазна туда, где метели. На север коленем и снегом усыпанным елем. Ведь я уже готов сорваться к сперстке. Все, ловлю такси, давай. Я не ошибся, вы змей? Да. Вот не думал, что повезу змея. Садитесь, змей, куда вам? Куда вам? Меняй, поношенный деда, калоши, накеды, гамаша, мамаша на бриджи. Белое село приезжает сегодня с ней, с семей, с водичей. Масса готова идти, в касса хочешь иди. Куча людей, женщины и нередеют, гряди впереди, берегись. Будет бурево и пожар, пожар. Все, что было до него, лажа, лажа. Уже даже больше быть и не может. Даже от ножа, зажа, как без диджей. На ряды МЧС, помог бюджет. Такой чёт на одной из его майка. Они тут никогда не видали, даже писали Nike. Сады не знает, не знает ничего, кроме как. А жизнь не куры, кролика. Тут популярны все еще капиллары. Тут доля на стоит Лариса, доля на фоне Мапа, тем более, то ли болен, он то ли гонит. Но ведь зачем-то весь народ слушает Вадима Казаченко. Своя вселенная в этом стиле. Кругом вселенной и все на веселе. 10 лет сюда никто не приезжал. Тихо, мирно жили все, собирали урожай. А тут на тебе диджей уже за кулисами. Не из Подмосковья, а из Москвы со мной. Велики, паркур, колхоз, ну шо вы? Скоро будет шоу не из дешевых. Из колодца вода, вот это кайф. Мне доставляют в бутылках воду из ручника. Любоваться закатом, курить табачок. Лучше сходить в кинотеатр на боевичок. Овощи с грядки, это на тут, про тут. А я в супермаркете, куплю хоть тут. Городская суета, это не по мне. Или это